Приветствую всех, уважаемые друзья! Наступил сентябрь, а в Воронеже вновь расцветает город-сад. Красоте природы и таланту мастеров оказались подвластны любые обстоятельства. Потому что у нас было огромное желание не нарушать десятилетнюю традицию и видеть лучшие образцы ландшафтного искусства. Для меня непривычно открывать фестиваль, глядя не в ваши радостные лица, а в видеокамеру. Но ничего не поделаешь, таковы условия, которые нам диктует 2020 год. Заботясь прежде всего о безопасности и здоровье многочисленных зрителей, мы предлагаем и сам фестиваль провести в онлайн-формате. Чтобы, если и болеть, то только за работу участников. Мы надеемся, такой переход в виртуальность не должен сильно уменьшить яркость ваших впечатлений. Тем более, что все произведения города-сада потом останутся на площадях, где были созданы, и будут еще долго нас радовать. Так что личные встречи с ними все же не отменяются. Так же, как и хорошее настроение в дни проведения фестиваля. Так же, как и возможность делиться мнениями и эмоциями. Я поздравляю всех с началом долгожданного осеннего праздника. Благодарю организаторов и участников города-сада. Желаю ему сочных красок и творческих успехов. Желаю увлекать и удивлять вас. 10-й Воронежский международный фестиваль «Город-сад» объявляю открытым.